К случному сезону предлагается донской жеребец «Берестень» 2014 года рождения. Крупный, экстерьерный, с хорошим происхождением. С 2015 года участвует в выставках и испытаниях. Многократный победитель и призер породных рингов. Еще будучи годовалым жеребенком, Берестень начал создавать свою собственную коллекцию наград, одержав первую победу на ринге «Золото России 2015». А дальше каждый год медали стали умножаться и пополнять собрание титулов золотого представителя породы. Чемпион породы, вице-чемпион породы, вице-чемпион в Шпрингартене, Надежда Ипосфера, участник исторической скачки донских лошадей на центральном московском ипподроме. Берестень напрыган в Шпрингартене до 140 сантиметров, под седлом до 120. Спокойный, добронравный, очень доверчивый к людям. Прекрасный селекционный выбор для конезаводчика.